конечно, мы знаем, как когда-то форварды из Симака. Симак разносторонний футболист, он в центре защиты может сыграть, как играл одно время в ЦСКА. Вот он сейчас составил пару форвардов Сычеву, но, так сказать, та ли это пара нападающих, оптимальна ли это пара нападающих для нашей сборной, такой риторический вопрос. Анюков наконец-то получил мяч на правом фланге, Симак, хотя Симак неплох, вы знаете, Сычев, Анюков, великолепная комбинация, забивать, Анюков забивает гол в ворота сборной Германии, вот так вот, великолепная комбинация, которую начал Симак, продолжил Сычев и Анюков. Набравшийся сил, он оставался немножко вне игры, последние минуты великолепно пробил, хладнокровно, мимо самого Оливера Кана. Вот это да! Браво, браво, Анюков, браво, Самара! Крылья живы, а сборная Германии начинает с центра поля. Вот смотрим еще раз, какая подрезочка у Симака, и Сычев великолепно в борьбе с Фридрихом отдает Анюкову. Анюков прокидывает мяч мимо того же Фридриха и бьет между ног Оливеру Кану. 1-0.